С ходом проведения восстановительных работ в городе Жанаузене накануне ознакомился глава государства. Нурсултан Назарбаев посетил объекты, подвергшиеся разрушению в ходе массовых беспорядков, встретился с жителями города и представителями правоохранительных органов. Затем президент страны провел встречу с активом города и представителями трудовых коллективов нефтяных организаций. Глава государства отметил, что мир и согласие в обществе – это главные ценности казахстанцев. Президент поручил правительству в максимально короткие сроки решить все организационные и финансовые вопросы для ускоренного восстановления разрушенных объектов в Жанаузене и обеспечению нормального функционирования города. Нурсултан Назарбаев поручил Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел принять все необходимые меры по расследованию уголовных дел и усилить работу по выявлению всех виновных и зачинщиков массовых беспорядков.